Они будут дома, они будут первые дома. Но третий коннект будет не очень. Поэтому там пасами на второй темп. Там, пробуйте отдавать. Она превышает, да? Мне уже на ринге не нравится. Давайте сразу просто собрались, гореть не надо, спокойно. Прессинг и поехали. Леша, включай. Ну ладно. Прыжок. Некоторые арбитры предпочитают вести беседы, другие сразу лезут в карман за карточку. Сегодня у нас второй случай. Да, только началась эта встреча, и судья сразу обозначил допустимый уровень фолов. Не, Леха, выше, выше игрока. Штрафной мяч подает он. Защита первая. Вообще вынос. Есть хороший адрес для передачи. Передернул. Блин, блин. Отбирал. Защита. Ты на третью? Да. Покрыт крыт. Макар, Макар молчи. Чтоб не было сумбура просто. Угу. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Сейчас будет веселее. Зар повыше, наверное, надо играть. Да, да, выше. Там сухо хватает. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Это угловой. Сейчас не пиши. Защита. Давай на дальнюю атаку, иди на дальнюю. На дальнюю? Да, да, да. А, уже что мы видим, да, было хорошо. Давай, подавай меня. Даю. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Крываюсь. Да, хорош. Но спина просто не да, почти. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Переклад был хороший. Мяч будет за боковой. Леша, тебе не надо поиграть по защитникам.
Хорошо. Еще раз придется вводить мяч в игру руками. Далеко фланг, наверное. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Нарушение и штрафной удар. Хозяева очень неторопливо разыгрывают мяч, что вызывает недовольство фанатов гостевой команды, которые надо забивать. Хозяевам нужно держать победный счет и, главное, не переходить ту грань, после которой арбитр... Поторопился игрок с рывком вне игры фиксирован. Я сижу, разговариваю микрофон. Дайте на них. Неплохо. Там, дивись по ситуации, забегайте. Шикарный момент! Удар в перекладину! Повезло. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Немного сзади есть игрок, но не может. Вратарь намертво забирает мяч. Пас на ход партнером. И в разрез. Шикарно! Почему? Только не знаю, да, вообще ничего. Да, но. Может получиться интересная атака. Ладно, держись. Нужен навес. Хороший игра на перехвате, и вот мяч уже в разрушении. Спокойно. Ой, блядь, пиздуйся. Аж ты чист. Нормально играем. Скидка назад. Четко надежно сыграно, выносит у мяч из штрафа. Да, катает, конечно. Ждите за спиной, что не убегал. Пиздец. Блин, чё за счёты тут? Съедают очень быстро на приеме. Нас приспало. Что там капитан делает? Ты 30 за. Вот будет еще хуже, я тебе говорю. Ну, будет просто, хуже, будет. Просто нужно, не надо еще хуже делать.
нас еще второй матч есть. Просто играем CZ ниже чуть-чуть. Видишь, не они... Делайте 3 CZ, рискнем сейчас. 3-0. Мы все равно не вытянем. У нас разница голов есть. А нам надо одного места. Но если хотя бы ничего вытянуть, это будет вариант. Не вытянешь, вы просто по очереди. Смотри, от того, что играем 3-0 или 5-0, разница не поменяется. ЛЗ, ПЗ, просто подключайтесь в атаку, а ЛППП по очереди вторым форвардом становитесь. Ну, можно и так играть, в принципе. Я поставил. Ну, смотрите белый сами. Со Белку нападаешь. Нападаешь, я понял. Там не есть, а он остался. Пальдинио там вроде лоб. А, у меня на я лоб? Да. А кто я, ЦЗ? Лицоп, лоб. Лоб. А, лоб, Пальдинио, да. Лоб. Все. Да, остановимся так же. Так мы меняемся, я тут язливый, ты справа. Хорошо. Артик, где направо? Направо иди. Виталь, ты посередине. Зачем мне направо, если у меня тут позиция ЛЦЗ стоит сейчас? А, я в центре. А, ты в центре стоишь. Хорошо. Ты наоборот надо было поставить. Все, играй. Сейчас разберемся, ты паузу прожмете. Ну ты нажми эту самую. Паузу быстрее, там быстрее будет. Посыпаться. Это не сейчас. Артик на центре тогда. Хорош. А, моя... а, ты тут. Ну, ну давай, теперь меняемся, Виталик. Иди налево, я в центр. Нет, не назад разгасайтесь. Поточнее, поточнее. Если можно полсекунды там где-то придержать, чтобы... Партнер открылся, надо придержать. Сзади чуть ниже играй. ЛП. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Я пойду. Играем нормально здесь с моментом. Вперед идет атака. Интересно может быть. Каким опять мяч возвращается? Все просто, блин. Да ну, блин, бесит. Помнишь, как мне нравится планшет? Так же самое, у них там было... Больше хватит. Руха. Класс. Нормально. Очередной точный пас в его исполнении. Тихо. Ошибаюсь. Тут можно придержать было цепь поискать. Что за это? Это же отборница. Да, конец. Где же удар? Просто великолепно.
Два. Давай, дуга, дуга, дуга. Раз, два, три. Поздно выходит, пацаны. Терпеливо ждут они своего шанса. Просто сквозь меня проходит. Все, кто нужно, штрафное дело за подачу. Решили коротким пасом разыграть этот головой они. Оставляет мяч для навеса. Из-за просто достиг. Это бред. Удивительно. Сегодня мы видим моноспектакль, так что готовьте записочку. Да, это настоящий бенефис. Такие игры запоминаются надолго и игроку, и зрителям. Ну теперь матч можно с полным правом назвать по одну калитку. Много еще играть. 10 минут. Алмейда докучил. Ну я так, блин. Разница сильно чуть. Команды, что еще нужно? Нужно выбить мяч. Блять, опять я мацку. Вообще дерьмо. Как хотел убить. Немножко свободного пространства. Атака остановлена, но кто получит мяч? Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Да. Есть вариант развития атаки. Выкрутиться. Тут немного силы. Опять отбора, опять кик не мозгу. Я возьму атаки сервис. И пробил игрок. Спасает в этом эпизоде команду голкипер. Что, доигрываем эту, вот задача выиграть следующую. Главное не перегореть. Да, да, да. Это игра фигня. Главное следующую. Хорошо. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли, классно в перехватисе. Я тут не горю, но я не встигаю, блядь, за него. Не гори, Ветер. Я не горю, кажу. Я не успеваю. Чё же горит? Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей. Треба схему зразу розставити, щоб не то щось. О. За що це? У нас перший тайм вообще не було ні момента нічого. Вечер. Олег. Что? Говорю. Я говорю, первый тайм вообще мы ничего не создали, мы даже не могли этого паса связать. Что долго они накрывали. Ну там жили вроде удара был. Надо выигрывать, что дальше. Второй там тоже, блядь. Он продал. Пострелом пошло. Третий просто заброс был. Пацаны, чтобы он три сразу играть? Я вас спрашиваю, не давайте, не надо в три защиты. Не, мы в три не будем играть, мы будем играть обычной схемой. Три мы тут просто строили с вариантом возможности. Вы просто по очереди, с какого флана идет атака, то и забегайте. ЛЗ, допустим, за лапу ему за спину оттягивает его этого игрока. А Максвелл есть, что пишет уже меньше? Палат на форварда. Да, я туда.
доходит. Это и так вот тут вот, и мы. А мы втроем, типа, три защитника сзади остаемся. Просто смещаемся чуть влево, чуть вправо, да и все, мы втроем справимся. Вы просто накидываете, накидываете, наваливаете вперед, вперед, вперед и все время вперед. Играем так же. Давайте, сейчас играем дома. Коннект будет другой, просто только в пасик не проебать. Влад, играй. А у них тоже их выпало было, не помню. Без И. Без И было, да. Ну, Игорь встанет сейчас, и кто там есть, Макс, вот вас он есть. Дай мне, дай мне. Там Влад еще на скамейке есть. Куда идти? В РТ. Да? Ворота. А, ворота. Да, такий гол був. Вообще защиты не було. Третій гол. Заброс защиты вообще не було. Там промахали повністю. Виталик, не поднимайся высоко. Ты видишь, они играют забросами. Не поднимайся высоко. Они только этого и ждут. Точно так же играть надо и с немцами. Нельзя высоко защите сидеть. Там должны цопы разбираться. Тут согласен с тобой. Ну не надо, чтобы между вами сильный був и... Сейчас увидим, пацаны, по ходу игры, если... Один играет, другой прикрывает. Сзади там становится. А в нападении, ну вот я же говорю, вы можете там глубоко ЛЗПЗ, только по очереди, не все сразу. А то вы сейчас пойдете там. Фланг, с какого фланга атака, и туда мы втроем, я думаю, справимся. Да, да, кидай. Вон. Сейчас задача простая. Просто смещаться чуть вправо. Нам нужно вправо. Просто тречка уже, вот 1-0, 2-2. Не надо. Давай. Просто победа. Выиграем. Так, пока. Тему там хоть не поменяли? Нет, играем нашим стандартным снимаем. Мы отцопаем, перенос защитник. Овка уже, да? Да. Будет гол. Где тут? Да. Иди, не разводи. Ладно. Давайте побыстрее, да, наверное, да. Нормально, как же. Пока. Хоть на адресату пускай, хорош. ПЗ, ближе к СЗ. А, я? Короче. Азар, повыше играешь, чтобы там нападение. Когда ЗЗ уходит вперед, ПЗ старайте ближе к СЗ. Назад, 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 назад. Блин, не прямая. Ну, ПЗ, ЛЗ остается, ПЗ вперед идет. ЛЗ остается, 3 ЦЗ делаем. А ПЗ можешь идти вперед, туда же. Да я даю, блин. Блять, этот Розенбаум режим, сука. Все равно игроки нормально двигаются. Поехали. Я сейчас сместился, да. Офсайд, да. Ты отдыхай.
Степанова, давай вперед, не? Давай. Да, ты, блин, даю. Ну его нахуй. Був рядом. Я видел, что Був хотел на другой фланг туда, через центр. О, бля. Это угловой. Чита. Да. Чита. Где он? Давай на третью. Третий, давай. Вот так вот, хитрят, угловой разыгран. Ё-моё. Аккуратно, да. Право, право. И свисток останавливает игру, а в сайте... Я его выпадал, нет. Забросы чистые, да. Бля, а чё там один? Хорош, смотрите забросы, пацаны. Ну, да, да. Телефон у кого-то. Или телефон. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ну, не смогли прикрыть. Блокирует удар игрок. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Офсайд. Будете убивать? Подсказывать я не вижу. Право, ну, да, право. Право, ПП. Давай. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переход. Вынос, мяч не задержался. Да, ё-моё. Соберитесь аккуратненько. Понятно. Есть время. Да, хорошо. За боковой будет введен в игру. Арбитр на линии был прав абсолютно насчет обсуждения, и атака не несла серьезной опасности. Я не дал сильно близко. Я вперед. Вперед где-то. По центру. Право открывай. Можно, право можно. Все поздно. Проходит передача, что он придумает? Прострел. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Но они ловят моменты эти еще. Это смотреть за спину пускай. Вот так вот, профи. Хорошо укрывает мяч корпусом. Ой, блядь. А це що за хуйня? Відовес. Не бийте поворотом трохи. Откуда? Зугла? Та не зугла, блядь. Ага, прийняв. Присядьте. Он сам буде. Можем как-то пасы связать. Вообще пасы. Все верно, Краян. И пробил. Забивать нужно было, но он двигает мимо ворот. ПП. Он сам не понимает, как он не забил. А на табло по-прежнему нули. Да блять. Даю ближнему, сука, идет нахуй. Япит. Дальний, смотрите.
рискую крутиться, я скинь. Хорошо. ЛП. Накрывайте сложно. Угу. Спокойно, перейдите нормально. Блядь, ну опять обрезка, ну ёпта. Потому что в опасной игре много, надо более размеренно как-то. Аля. Фит. Центр. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Это просто. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Спокойно выходим, что блин. Надо играть здесь не футбол, играйте в свой. Время где? Там есть нахуй. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команды. Пенка, пенальти. Красный. Красный интереснее даже. Это пацаны еще не значит, не расслабляйте. Ну да. Хорош! Хорош! Это ничего не значит. Реально. Запрос. Бля, он же один. Да ну, бля! Паны кипков. Надо было стрелить там среди. Что, их надо уменьшить? Можно пользоваться преимуществом. Очень много обрезок, потому что даем в зону, там где уже кроют игрока. Надо да, давать нас надо поаккуратнее. Леха, не пихай. Жди на Сапа, Сапу дайте азарт, там надо немножко где-то там продержать на секунду, не всегда, и... Сейчас что там замутить такую красивую. Есть возможность в касание отдать, дайте в касание, но на свободного. Что есть время, еще целый тайм. И главное не гореть спокойно сейчас. И не терять мяч. Начинаем второй тайм, команда. Два гола на 45-й. Там они на 49-й уже. Я пойду. Оставляет мяч. Навес находит вратаря. Вряд ли так будет задуман. Неплохо атака развивалась, но мяч потерял. Я с кубами заебали, блядь. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Как он у меня все время бывает. Ты попозлиться, открой. Хорошо. Подача, чей мяч будет? Ну, делай. Ну, хорош. Хорошо. А на крыше так было? Вот эти давайте так сейчас. Ну и пропускать там сзади. По надежде. Я не могу фалить. Пониже можно поиграть, и напорником тоже. Охоти за дружку. Атака продолжится через флаг. Помогите ему. Агуэр. И подает. Хорош. Ага.
желтую. Слишком сильный пас. Толкни. Ай-яй-яй, блин. Где же? Я боялся, что вторая желтая. Да. Да, смотри, все. Заброс по-любому был. Очередной точный пас в его исполнении. Прочитано. Пошли последние полчаса игры. Пониже, надежно. Пониже, пониже. Форники второй тайм. Хорошо, посмотрите, там по флангу разрывают постоянно. Ладно, я буду низко играть. Виталия, возьми. Фланги вообще не поднимайте, все, ниже играйте. Я форники пониже, страхуйте. Второй темп особенно. Большого надо забрать, 96-го. Да. Арти, держи его там все еще. Подержи, не торопи. Играй. Нам сейчас торопиться некуда, мы выиграем. Да ну как? Опасно, блин. Макар, ты сейчас в центре, ты что-то вообще делаешь круто. 45 не закрывает. Да я там был уже рядом. Дядя, возьму и я бежу. В центр штрафной мяч направлен. Хорош. Ниже, ниже, ниже сразу, не поднимайтесь. Второй там хорош. Надежно играть. Здесь прессинг. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Контроль. Мяч будет в виду. Назад. Партнеры поддерживают эту атаку. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Опорники ниже. Я казал Даня, конечно. Я не услышал. Я чуть назад стою. Налево на максимум дам, как смогу. Давай. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Есть шансы в этой атаке, на... пока на дальней можно было. Грамотный пас, все по делу. Белый вбегал, хорошо. Да-да-да, ниже, ниже. Пойдем. Так, ладно. Куда-куда, Артик, ты куда? Надежда. Так. Прав. Вкусный. Хорош, хорош. Ниже, ниже, все. Хорош. Ниже, ниже надо, ниже. Вот сука. Нормально. Дяди. Сто
Здорово, его смотрите. Здорово, удивите. На краткие решили разыграть угловой. Так вперед надо. Давай, да. Борис. Хозяева выигрывают, а игроки, болельщики, гостей все чекают. Подорвался. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Ниже. Подорвался. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Где же мой? Давайте 87. Бой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Еще раз. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Я 100 раз тут могу набрать. Здорово. Кидай вперед. А вышел верхом. Последняя минута, аккуратнее. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч. Я справа. Хорош. Беги, беги, Леха, беги. Ты хоть что там ломает? Пиздец. Давай, туда нахуй. Доброс. Иди навесом заканчивай. Сука, я иду, блядь. Просто могли подержать, в конце начали выносить. Да. Было такое. Так, нет, блядь, пустили заброс такой вообще опять. Сколько их, блядь, сколько раз они уже делали. Да заброс-то вышел там. Выбыли. Что дальше? Что нам ничья не помогает, не? Нет.